14 сентября в Дорожно-строительном колледже прошла встреча студентов первого курса с представителями правоохранительных органов, ставшая уже традиционной. Темой для обсуждения стала борьба с наркоманией. Представитель наркоконтроля по Республике Дагестан Надежда Сайфудинова провела разъяснительную беседу, которая подчеркнула важность проведения таких встреч. Как можно определить, употребляет человек наркотики или нет, по внешним признакам? В первую очередь мы определяем по глазам. Глаз из чего состоит? Только из зрачка, глазное яблоко вначале состоит, да? Затем идет радужная оболочка, она у нас у всех с вами разная. И что идет в зрачок? Если же это наркотики растительного происхождения, зрачок становится вот такой большой, практически на всю радужную оболочку, что неестественно для светлого времени суток. Светлое время суток зрачок какой должен быть? Маленький. В темное время суток зрачок должен быть расширен. Вот человек, у которого употребил наркотики растительного происхождения, включая, выключая свет, зрачок как был большой, очень слабо на него реагирует. Если это наркотики шприцевые, то зрачок бывает вот такой маленький-маленький, как у попугайчика, который смотрит в зеркало. И тоже, что неестественно для темного времени суток. В ходе встречи студентами были заданы интересующие их вопросы в адрес сотрудников, на которые были получены исчерпывающие ответы. Курбан Гериханов, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».